доброе утро. Давайте посмотрим, что у меня происходит по героям. На самом деле, вообще все очень-очень-очень медленно идет. Какие-то зелененькие вот такие вот. Герои попадаются на максималочку, выкачиваем, да? Тут понятно, что тут ничего интересного. Вот мы немножечко магна, да, поднабрали. Ну тоже как немножечко. Вообще я бы сказал, что чуть-чуть. То есть она у меня на одну звезду еще даже не заполнилась на самом деле. Абрахама мы немножечко подкачали. Очень медленно все идет. То есть у меня, в принципе, герои вообще не качаются. То есть из моей основы, если мы возьмем основу, то тут вообще практически ничего нет. Единственное, что я наконец-то докупил Нигана и теперь могу его повысить до 116 уровня. Вот это вот я считаю уже хорошее улучшение на самом деле. А все остальное, блин, это какая-то мелочь. То есть, видите, у меня из основы вообще никто ничего не собирается. Единственное, сейчас мы, получается, получили очень много кусков за все-все-все. Поэтому, в принципе, мы можем немножечко использовать. Но опять же, да, кого мы тут можем использовать? Вот. Абрахам, Холли, Розита, да? Меньше всех интересно. Вот есть Шейн, есть Денис, 51. Я не собирал, что ли, вот этот последний-то, который был? А, у меня еще не дошло, где Альфа, да? И Мерсер. Ну, вообще печаль. То есть у меня дали какую-то мелочь. Ну, в любом случае, давайте объединим Том Райдер. Теперь она у меня есть, толку от нее нет, но она у меня есть. То есть мы можем немножечко, допустим, какого-то Рика себе подкачать, Шейна можем подкачать. Сейчас еще откроется Лидия, Лидию подкачаем. Потому что все остальные, ну, на самом деле у меня с ними все плохо. То есть мы можем сделать, в принципе, Розиту. Но что она нам даст, да? Тоже особо много ничего не даст, потому что она у нас не прокачана. Это будет пятый отряд Абрахам, Холли, Розита. И все. То есть по героям у меня скудно. То есть у меня Ниган 116, еще 240 фрагментов нужно получить. У Мэла еще там 480 фрагментов нужно получить. Мерсер, Лора, там принцесса, они вообще все застопорились. Как-то так.